Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Труд» рассказали о своих достижениях в этом году представителям «Башнефть-Полюс», входящим в структуру нефтяной компании «Роснефть». Нефтяники большое внимание уделяют развитию спорта в регионе. В рамках благотворительной программы ею были выделены средства на материально-техническое оснащение юных спортсменов. Специализированная экипировка для спортсменов, занимающихся тэквондо, обеспечивает безопасность во время тренировочного процесса и соревнований. Коврики, шары и другое необходимое оборудование для занятий чирлидингом. Порошки и смазочные материалы для занятий лыжным спортом. Небольшой перечень того, что удалось приобрести в спортивной школе благодаря финансовой помощи предприятия «Башнефть-Полюс». По баночке примерно стоит 8 тысяч рублей. И цены все время растут, потому что технологии растут, постоянно применяют. Кстати, благодаря именно этим порошкам лыжи известного теперь на весь мир окружного спортсмена Александра Терентьева несли его к победам. В этом году на первенстве мира занял первое место по юниорам. Это еще на универсиаде я занял первое место. Для меня это очень в этом году успешный сезон. А еще удалось закупить специальную одежду для тренеров и инструкторов, работающих на льду с юными фигуристами и хоккеистами. Это очень важно, очень нужно. В первую очередь, здоровье наших воспитанников. Для здоровья нужно это наших педагогов, инструкторов. Ну, я надеюсь, это не последняя помощь. Будем дружить с компанией «Башнефть». Надеемся на сотрудничество. Надо отметить, что в нефтяной компании уделяется большое внимание здоровому образу жизни. Поддерживают не только спорт в регионе, но и проводят соревнования между своими сотрудниками. Работники компании также очень активно участвуют в спортивных мероприятиях. Компания проводит у нас также спартакиады. Вот, например, сейчас, 5 числа, в городе Уфа у нас будет проходить зональный тур летней спартакиады «Роснефти». По окончании экскурсии по Ледовому дворцу спортивной школы представители предприятия отметили успехи воспитанников и пожелали им дальнейших побед. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».